החומר הזה הוא ממש משמעותי. То, что я буду говорить, оно имеет большое значение. כי אנחנו בדרך כלל לא אוהבים לדבר על מוות. Обычно мы не любим говорить на тему смерти. כי זה שובר, זה מוריד, מוריד רצון. Потому что это тема, которая убивает в нас желание и ломает нас. אבל זה חלק מהחיים. Но это часть жизни. ומאוד חשוב להבין במסגרת התנ"כי. במסגרת התנ"כי. И очень важно понять в рамках святых писаний. מה אלוהים אומר על מוות? Что Бог говорит про смерть? ואיזה הבטחות יש למאמינים? И какие обетования есть у верующих? אז נתתי שם או כותרת למסר שלי מוות. איפה עוקץ שלך? Я назвал свою проповедь смерть, где твоё жало? האם יש לנו אמונה במשיח? И есть ли у нас вера в Машиаха? ואנחנו יודעים שבאגרת ראשונה לקורינתים, мы знаем, что в первом послании к Коринфянам, בפרק 15, в 15 главе, בפסוק 55, в 55 стихе, ברוסית שם כתוב קצת שונה. На русском написано немного по-другому. ברוסית כתוב, на русском написано так: смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Или בעברית כתוב מוות, איפה העוקץ שלך? מוות, איפה ניצחון שלך? לא מדובר שם על גיהנום או על שאול, שום דבר. Написано: смерть, где твое жало, и смерть, где твоя победа. Про ад там ничего не написано. כי שאול, потому что ад, זה מקום לשאלה. Это место для, где вам задают вопрос. או לאיפה שאנחנו הולכים עם שאלה. Или куда мы идем с вопросом. אבל מוות, но смерть, זה דבר שמפחיד מאוד. Это что-то очень страшное. דבר שמפחיד מוחות של אנשים כולו. Это что-то, что боятся все люди. ואתם יודעים, כשאני קורא את הביטוי הזה, או שאלה, איך שאול, רב שאול אומר, כאילו, נו מי אתה? מוות? איפה עוקץ שלך? איפה ניצחון שלך? И когда я читаю, и я представляю, что рав Шауль имел в виду, когда писал эти слова, то есть он бросил вызов и сказал смерти: где твое жало и где твоя победа? Ма, הוא לא ראה כליון בעולם, תלניה? Разве он не видел тление этого мира? האם הוא לא ראה חולשה ומחלות באנשים? Разве он не видел слабости и болезни у всех людей? האם אנשים לא מתהלכים עם דאגה? Разве люди не ходят в своих беспокойствах? О, אולי יש לי מחלה כזו, כזו. Возможно, у меня такая болезнь или другая. О, חס וחלילה שיקרה זה וזה. Или, не дай Бог, со мной произойдет то или другое. איך הוא בכלל יעז להגיד דבר כזה? Как он вообще посмел сказать такое? Влади, אני זוכר איך היית בבית חולים רמב"ם. Влади, я помню, как ты лежал в больнице Рамбам. והיית בלי הכרה. И был без сознания. ויצחק בא אליך, ואני הייתי בא, ואנשים אחרים. И я, Ицхак приходил к тебе, и другие, я тоже, и другие люди. ואתה יושב שם, ואתה רועד. И ты сидел там, и все, они, ло, и они, я сидел אנחנו. Там, и мы сидели, и тело наше тряслось. Я видел своего отца в больнице, и маму. בטוח, я уверен, что вы тоже многое видели. Саша, ло, Саша недавно потерял отца. Мавед, איפה כוח שלך? Смерть, где твоя победа, где твоя сила? האם זה לא יותר מדי חוצפה להגיד דבר כזה? Не слишком ли это большая наглость говорить такие слова? כי אנחנו כולנו אנשים חיים. Потому что мы все живые люди. ואנחנו רואים שאפילו עכשיו יש אנשים שמתים. И мы видим, что сейчас есть люди, которые умирают. כשהיינו בארצות הברית, פתאום אני פותח חדשות בכביש 90, שמונה אנשים ביום אחד נהרגו. Когда я был в Америке и смотрел израильские новости, я увидел, что на 90-й трассе 8 человек в аварии погибли за раз. הדברים קורים כל הזמן. Эти вещи происходят каждый раз. אתם יודעים, אם אנחנו באים
Сефер Брешит. Если мы возвратимся к книге Бытия, וקוראים על אדם וחווה, и мы прочитаем опять про Адама и Еву, אז אנחנו רואים שהם היו נבראים לנצח. Мы видим, что их Бог сотворил для жизни вечной. קשה מאוד אפילו להבין מה זה. Даже очень сложно понять, что это такое. לא רוח ונפש ש... И אפשר לראות את נפש ורוח, ואפשר להאמין, אוקיי, הם נצחיים. Не то, чтобы как сейчас, когда мы верим, что душа и дух они вечны, но их мы не видим. ועל זה אפשר להבין, מה שאתה לא רואה, אתה מאמין. И можно в это поверить и понять, то есть легче поверить в что-то, что ты не видишь. בשר של אדם וחווה היו נבראים לנצח, קשה מאוד להבין. Но очень сложно нам сегодня, современным людям, понять, как именно плоть Адама и Евы были сотворены для вечной жизни. Рав Шауль амар пам. Рав Шауль когда-то сказал, что афилу ше анахну митяшнимо миздакним, а бен Адама пними шелану митхадеш. Даже когда наша плоть состаривается, то наш внутренний дух человек обновляется. Мизухер это пасук азе. Кто помнит это место Писания? כתוב, אפילו שבן אדם החיצוני מזדקן, написано, что как, несмотря на то, что наша плоть старится, а בן אדם הפנימי מתחדש, внутренний человек обновляется. אז כנראה בימי אדם, поэтому, скорее всего, во время Адама, а регенерация הזו, это регенерация, а חידוש הזה, это обновление, בגלל שחטא עוד לא היה קיים, из-за того, что грех еще не существовал, נגע לא רק בנפש, בבן אדם הפנימי, אלא גם בבן אדם החיצוני, а прикоснулся не только к внутреннему человеку, но и к внешнему. ואדם וחווה היו מתחדשים, и Адам и Ева обновлялись, אבל אחר כך קרה חטא, בום, но потом произошел грех, ומוות נכנס לחיים. И в их жизнь вошла смерть. והם קיבלו את המשפט משמיים. И они получили суд с небес. מוות תמותו. Они, Бог им сказал, вы смертью умрете. אבל לעומת אמת, הם קודם ראו מוות של הבן שלהם. Но сначала они увидели смерть своего сына. לא מוות של עצמם, אלא מוות של בן. Сначала потеряли сына, а потом אתם זוכרים? Помните, да? אבל היה נהרג. Авель у них умер. ואולי, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אולי היו עוד בנים ובנות או נכדים ונכדות שנפטרו. И мы не знаем об этом, но может быть у них были другие дети или внуки, которые также умерли. לפני שהם מתו. До того, как они умерли. אז אתם יודעים, כשמוות בא ומישהו מבוגר מת לפני ילדיהם, זה לא טוב, אבל זה עובדת חיים. Вы знаете, когда дети хоронят своих родителей, кого-то, кто старше них, это очень страшно, но это цикл жизни. אבל כשזה קורה הפוך, но когда происходит наоборот, אז זה בעיה. Это трагедия, это ужасно. אז מה זה בכלל מוות? И что такое смерть? פעם אני קראתי ספר של דריק פרינס. Я однажды прочитал книгу Дерека Принца. מוות. Смерть. פעם שמעתי איך דריק פרינס לימד על הנושא הזה. Однажды я слышал, как Дерек Принц учил об этом. ועל פי מה שכתוב באגרת אל הקורינתים פרק 15. И в соответствии с тем, что написано в 15 главе послания Коринфянам. ושם כתוב. И там написано так. שהוא ימלוך עד כה שאלוהים ישפיל את כל הכוחות תחת רגליו. Ибо ему надлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Он последний же враг истребится смерть. Последний враг, которого он уничтожит, будет смерть. И Дерек Принц учил таким образом, что мавет здесь имеется в виду некий ангел.
что это не только физическое состояние, которое переживает человек, что вдруг тело его перестает работать. И его тело превращается в труп. Или Дерек Принц Амар, что гам кан анахну яхолим лирот эзишу дмут рухани. И Дерек Принц учил, что здесь мы можем видеть некий духовный образ. Что у них нас, ве у баэцем поэль, бешвил лафиль кохот физиот гам. И он входит, и он действует для того, чтобы в том числе задействовать и физические силы. Каше меод лаавин бидьюк, им зе баэмет малах. Это очень сложно понять, действительно ли это духовное существо, ангел. Но то, что мы можем сказать уверенно, что это некая духовная сила, тем не менее. Если мы открываем послание к Ефесянам, 2 глава, Ефесянам 2. ואנחנו קוראים בפסוק ככה קל יותר? да, בטח. אפסיאנים 2 глава. ואם אנחנו קוראים בפסוק 20, 20 стих, וכתוב כאן Слыха, перекрещен, пасуки срим. Первая глава, 20 стих. Ефесянам 1, 20. Они афилу матхильми чайсре. Гдулат ха гвура. Даже с 19-го. Ха шуфат алейну ха мааминим. כמידת פועל כוחו העצום אשר פעל במשיח בהקימו אותו בין המתים ובחשיבו אותו לימינו שבשמיים מעל כל הממשלה ושלטון גבורה ומשרה וכל שם וכל שם נקרא לא בעולם הזה בלבד אלא גם בעולם הבא. С 19 стиха мы читаем по 21 стих из первой главы Ефесянам. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в Мессии, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке сём, но и в будущем». Аскан Шауль умер, шекше Элохим икимет Йешуа мимавет. И вот здесь Шауль говорит, что Бог воскресил из мертвых Йешуа. Весамото меаль коль мимшаль. И поставил ее превыше всякого начальства. Вешильтон. И всякой власти. Вегвура. И всякой силы, вемисра, и всякой должности, всякой... Лорак баулам азе или гам баулам аба. Не только в этом мире, но также и в мире грядущем. Вемашмаут шешам бен ха арба шимот аэле мимшаль вегвура векохо. И суть, вот различие между всеми этими позициями различными, то, что бен я перечислял. Бен ха мисрот аэле батуах немца мавет. И в этих вот позициях, то, что мы говорили, начальство, власть и так далее, между ними, я уверен, что также одной из позиций занимает смерть. Мы знаем, что Иешуа был распят. И было мгновение, когда его умирающее тело в агониях атаковал дух смерти. И Иешуа умер.
Но после этого были свидетели, когда он воскрес из мертвых. И воскресение из смерти, восстание из смерти, оно показывает его победу. Я не хочу входить во все это сейчас. Но ожидание и упование всего Израиля было в том, чтобы пришел некто, кто победит смерть. И это произошло в то время, когда пришел Иешуа. Но мы, даже те, которые верят в Него, все еще продолжаем умирать. И так я хочу задать вопрос, откуда приходит смерть, где ее начало? Я не могу ответить иначе, чем сказать, что смерть пришла от Бога. Потому что вначале был Бог. И ничего не произошло без того, чтобы Он это сотворил. И смерть произошла от него. И я знаю, что найдутся такие люди, которые скажут: «Не, Бог не посылает смерть». И в теологии, протестантской теологии, каям давар, что умрим, что Элохим ло мифате отану бера. Миша маль давар казе. Есть такое понимание, что Бог не искушает нас злом. Кто-то слышал подобные вещи? Рова нашим мистамхим аль маше катув баегерет Яков. И многие основываются на том, что написано в послании к Якову. Вишам катув бапитую аль тагид шелухим ифате отха, ки кол ихад оверет апитуй бигдаль хэчело. Элухим ло мифате бара. В своем искушении не говори, что Бог искушает меня, потому что всякий искушается. Чем он искушается? Своим грехом. Своим грехом. Аваль эмет. Что Яков мидабер ба контекст ахерет. Но надо смотреть контекст, о котором говорит Яков. Ки ба эгер бебасу беневи Ишаяу. Потому что в пророке Исаии мы читаем. Катув меод барур. Очень ясно написано. Ани Элохим боре ор вемеви хошех. Я Бог, сотворяющий свет и и создавший тьму. Ани Элохим шемеви шалом вемеви ра. Я Бог, который приносит мир и приносит зло. Ани Элохим осе эт аколь. Я Бог, который творит все. И мы можем найти множество мест в священных писаниях, что все происшествия, все, что происходит в этом мире, над всем этим властвует Господь. И он босс над всем. И мы немного позже, точнее, посмотрим, что это значит. И есть интересное место в книге Левит, где сказано о проказе. Кто-то помнит, кто-то помнит то, что написано в Торе о проказе? Кто-то?
Есть? И там мы читаем о проказе. И мы в страхе можем сказать, вай, это очень серьезная и страшная болезнь. Но в истолкованиях мы знаем, что это как мишпат и как хесед, что Элохим мивиал бенадам, и что это и суд, и одновременно милость, когда Бог приводит на человека мицура, проказу. Лама. Почему? Ки анахну юдим ми авана йехудит. Потому что в еврейском понимании мицура зе ба бигаль ше бен адам хоте ба балашон шело, мидабер ра ле анашим ахерим. В еврейском понимании проказа приходит во многих случаях от того, что когда человек начинает своим языком порочить кого-то другого. Азелухим мавило мецура, и Бог посылает на него проказу. Везе мишпат онеш, и это наказание, суд наказания. Аваль зе гам издамнут, но это также ше бен адам азе йе бакарантин ваяхол лахзор батшува вливакеш слиха меэлохим. Это также возможность, которую Бог дает отдалиться от всего, на карантине быть, подумать крепко и попросить прощения. И тот, кто действительно обращается к Богу в таком состоянии и просит у него прощения, и он получает очищение, и впоследствии он расценивался в Израиле как уважаемый человек, как чуть ли не на уровне пророка. В Новом Завете есть пример о потерянном сыне. Кто помнит эту притчу? Это что-то подобное вот этому человеку, пораженному проказом. Тогда, когда отец этого заблудшего сына, возможно, он был царь в своем народе, и он говорит, что все это время я ждал, я выходил на дорогу и ждал тебя. אנחנו רואים שמצורה זה גם משפט וגם חסד ב. Итак, мы видим, что проказа может быть и судом, и одновременно милостью. באותו דבר אנחנו צריכים להסתכל על מוות. Аналогичным образом мы можем посмотреть и на смерть. כי בצד אחד, באיגרת אל העברים כתוב. Потому что с одной стороны в послании к евреям написано, что אנשים ממש מתהלכים בעבדות. Что люди в страхе и буквально в рабстве живут из-за страха смерти. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Кто это понимает? Люди просто подавлены страхом смерти. Это факт, это действительно можно видеть. Не обязательно быть верующим даже. Есть фобия. Есть пахот. Есть то, что доходит даже до болезней, фобии разные. Когда человек необоснованно страшится. Питом ли бен адам каав баэзи шумаком? Питом ли бен адам коев баэзи шумаком? Вдруг что-то у человека начинает болеть. Аз беулай мешана лифней, ай умрим, а коев и явор, ло хашув. И, может быть, 100 лет назад сказали бы, ну, послушай, перевернись на другой бок, и, может быть, пройдет. А валякшав бен адам мияд хошев, вау, улай машу мисуканец ли. А сейчас многие думают так, ой-ой-ой, может быть, это что-то очень серьезное у меня. Сити, яшар царих ласот сити. Надо сделать сити, обязательно. А ты мавиним альмани медабер? Вы понимаете, о чем я? Зе мавет, зе пахат. Потому что смерть – это страх. Но с другой стороны, в Священных Писаниях написано, Ба-мизмор, эхат катув, ше псалме, якар мот шела гдушим бейне Элохим. Что в глазах Бога дорога смерть святых Его. Клумар, умихаке ликабелот там ле ацмо,
То есть он ожидает получить их для себя навсегда. Выбегая по сука за Рав Шауль умер мила гам ахерет ве кцат митамтемет. И из-за этого Рав Шауль говорит немного странные слова. Авалу умер бишвили хаим за Машиах ве мавет за эсег. Он говорит, что для меня жизнь это мессия, а смерть приобретение. Он говорит, что я живу с вами, потому что я должен принести плод и должен послужить вам еще. Но я хочу скорее соединиться со своим мессией. Здесь мы видим как бы два взгляда на одну и ту же вещь. С одной стороны, страх великий. С другой стороны, Господь, забери меня, я хочу к тебе. И послушайте, я сейчас говорю о не о каких-то надуманных вещах, а о том, что все мы переживаем. И мы действительно переживаем это в своей жизни. Итак, реально... Когда мы смотрим на эти вещи, с одной стороны, мы действительно понимаем, что смерть, она мешает нам жизнь. Потому что смерть, это, когда она владеет нашим разумом, это просто не дает нам свободно действовать. איך אני יכול להתרכז על דבר כשאני כל הזמן חושד אולי קורה משהו איתי או עם מישהו בעוד דקה? Как я могу вообще сосредоточиться на чем-то, если я все время думаю о том, ой, что-то произойдет со мной или с моими близкими, или с моими родственниками? О, בצד שני אני חושב על אלוהים גם. А с другой стороны, я думаю о Боге также. אני חושב, הוא ברא אותי שלם. Он сотворил меня совершенным. Руах, нефеш, вегуф. Дух, душа, тело. Аз, кши они бияхат, нефеш, руах, вегуф, аз они осе бишвило машу. И когда у меня есть все эти трое, душа, дух, тело, то тогда я способен для него послужить. Ваз они умер каха. И тогда я говорю так. Эх, это я холи фареку ты. Господь, как ты можешь меня поделить на части? Они мишарет лиха. Я же тебе служу. Шмору ты. Сохрани меня. Сохрани меня в целости. Чикаха, они масиг рационеха, в рационеха они микаем бауламазе. Потому что таким только образом я могу достичь твоей воли и распространять твою волю в этом мире. Но мы должны понять, мы должны понять, что мы не в состоянии угодить Богу сами. Потому что угодить можно тому, кто в чем-то нуждается. И ты ему даешь это то, в чем он нуждается, и тогда ты ему угодил. Бог не нуждается ни в чем. И мы должны понимать, что все пирот и все хасагим шелану не умдим в ото рама има חזרה בתשובה ופרישל תשובה שלנו. И мы должны понимать, что все наши достижения, все, что мы можем сделать, оно все, тем не менее, не достигает того же уровня, что значит в глазах Бога наше обращение или наше покаяние. כשאנחנו יכולים לבוא אליו עם לב שבור. Когда мы можем прийти к нему с сокрушенным сердцем. Рак нашим меод геим, людям лахзор бачува лифне Элохим. Только очень гордые люди, они не в состоянии. Берегамавет. Они не в состоянии даже в момент смерти покаяться и обратиться к Богу. О, нашим малеем шедим. Или одержимые люди. Эмамаш гам минасим лигром ламутле рабим безман мавет шелаем. Они в момент своей смерти, они готовы утащить с собой многих других, они готовы совершить какие-то страшные дела, только чтобы побольше зла сотворить. Но нормальный человек,
Но нормальный человек, чувствуя приближение своей смерти, он хочет примириться со своими ближними, он хочет примириться со всеми, кто в общении с ним. Умывен ше арум у них нас ле улам азе, ве арум у юцеме улам азе. Он понимает, что голым он пришел в этот мир без ничего, и без ничего он уйдет, покинет этот мир. Умадхил лахшов аль Элохим. И он начинает думать о Боге. Аль мишу гадоль шу амур ламод муло. О ком-то гораздо более великим, чем он, перед которым он должен предстать. Вебарега азу умадхил лицтаэр ше ло аса зе ве зе ве зе. И в это мгновение он понимает, он начинает сожалеть, что он не сделал того, что он мог бы сделать, это или это. Улай ливакеш слиха. Может быть, попросить прощения у кого-то. Улай ливалот от ютер зман им эле шу агаво там. Может быть, провести больше времени с теми, кого он любил. Анахну црихим лавин ше коли хад митану. Мы должны понять, что каждый из нас укмукачил зихронот. Это он подобен сосуду с воспоминаниями. Велико лихад митану еш зихронот аль дварим товим валь дварим ло кольках. И у каждого из нас есть воспоминания о хороших вещах и не очень хороших вещах. Велифамим адварим эле уврим барош шелану. И иногда эти воспоминания не проходят в нашей голове. Лифамим анахну руим халомот шемаскирим лану аль дварим шехавину ве алейну ласот шалом муль Элохим. Иногда мы переживаем какие-то сны или какие-то видения, которые напоминают нам о каких-то вещах, где мы были неправы, и нам надлежит примириться и с этими людьми, и с Богом. Аваль, а ты мне хулим лагид ли, рега, а там и дабер ал эле ше умдим муль мавет, лама ата мисапер лану это дварим а эле. Но вы можете сказать, минуточку, ты же говоришь о тех, кто при смерти. Мы-то пока, слава Богу, еще живы. Причем тут мы? А ты медим мазе? Вы знаете, что это? За картис ашрай. Это кредитная карточка. Анахну миштамшим ба картис йом ахаре йом. Подобными карточками мы ежедневно пользуемся. Аваль басов ходиш оба атхалат ходиш оба питом магия хишбон. Но в конце месяца или в начале следующего месяца мы получаем бумажку, отчет. Видим, и мы должны помнить, что нет такого человека, который знает свое время. И И Священные Писания говорят, что это очень важно, чтобы мы были всегда готовы дать ответ тому пред кем, судье, пред которым мы предстанем однажды. И поэтому в Священных Писаниях написано, что множество раз, что мы, наше сердце, оно должно быть всегда готово. Шауль умер, ани яхол лазиз арим, авал им ани поге бенавши, майсех шели. Шауль говорит, я могу сдвигать горы, но если я своей душе поврежу, принесу вред. Короче, нет смысла двигать горы в таком состоянии. Как, Анна, как правильно сказать по-русски? Да, где нам еще учить русский язык на самом высоком уровне, как не только приехать в Израиль и учить здесь? Почему я об этом говорю, обо всем? С одной стороны, все эти мысли и все эти разговоры, они немножечко вгоняют в депрессию. Аваль, им анахну потхим контекст, את כל המשמעות של הציטטות שאמרתי,
אנחנו רואים שם מסר נוסף. Но если все эти места Писания, к которым я обратился, если соберем это все вместе, и если мы посмотрим во весь этот контекст, то все это дает нам другое измерение. Первое Коринфянам, давайте посмотрим 15 главу. 15 глава, первое послание к Коринфянам, с 51 стиха я начинаю читать. Раз, ло кулану намут, авал кулану ништане, бен рега, ве כחרף עין בשופר האחרון שכן יתקע בשופר והמתים יקומו בלי כליון ואנחנו נשתנה כמין הראוי שזה הכפוך לכליון ילבש על כליון וזה הכפוך למוות ילבש על מוות כאשר הכפוף לכליון ילבש על כליון והכפוך למוות ילבש על מוות על יתקיים דבר הכתוב Була мавет ленецах. С 51 стиха мы читаем, первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последнем шофаре, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Эйфо яхцеха мавет, эйх ницхонеха мавет. 55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? В оригинале написано дважды о смерти, там нет слова ад. Мама шмаучила милимаэле. И каково, каков смысл этих слов? Йомехад. Однажды. Улай нахну нагиэле змана зэ улай лё. Может быть, мы будем свидетелями этого времени, может быть, нет. Аваль альпины вуот. Но в соответствии с пророчествами, что-то Яво машу бильти муван ле энашут. Придет что-то невыразимое, непонятное на все человечество. Ве анахну юршей га Адама решен. И мы наследники первого человека. Шанахну ярашну мемено басар векилайон, который унаследовали от него плоть и тление. Питом бекоах мишамаим ништане. Вдруг силой небес изменимся. Вело хашув аим мишу метквар о мишу хай. И это не важно к этому мгновению. Этот человек уже умер или он все еще жив? Потому что те, которые уже умерли даже давным-давно, они как будто бы только вчера закрыли глаза. И вдруг они восстанут из мертвых. И никакое деяние человеческое не может быть подобным этому. Потому что сам Бог приложит свою силу подобным же образом, как он воскресил Иешуа из мертвых. И весь мир изменится. И есть те, которые переживают, что нет достаточно места для всех. Будет достаточно места для всех. Потому что сам Бог управляет всем этим. Но та сила, которая изменит всю природу,
изойдет от самого Бога. И вот тайна. Анахну кулану, мы все דרך Иешуа, через Иешуа Мессию йоршим, наследуем это обетование. Я хочу прочитать еще одно место. Послание к евреям. Давайте откроем. Вторая глава послания к евреям. ואנחנו קוראים מפסוק 14. С 14 стиха, вторая глава к евреям. Ло, מפסוק רק רגע. תקרא בבקשה מפסוק 10 עד סוף 15. С 10 до конца 15. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое, братьям моим посреди общины воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Я хочу истолковать эти стихи, чтобы можно было понять лучше их. Нуждающиеся в избавлении и избавитель все от Бога. Амен. Гам эле шескуким Иешуа, гам Иешуа отсмо ба мешамаем. Так же, как и те, которые нуждаются в спасении, так и сам Иешуа, они с небес. Валь Иешуа катув кольках арбе невуот. И о Иешуа написано так много пророчеств. Дарко аколь ве лемано аколь. Через него все и для него все. Веу ая Рауй ле кавод хагадоль. И он был достоин великой славы. Ава леман ли каперотану. Но для того, чтобы искупить нас, лаваш басар ведам. Он одел на себя плоть и кровь. Эфшар лавин эдзе бацура гам ахерет. Можно понять это также иначе. Эт кола кавод элухи ярад алав. Можно так сказать, что вся слава Божья сошла на него. Векатув раину эт квод Адонай бо. И написано, что мы в нем видели всю славу Божию. Аскатув лаваш басар ведам. Итак, написано, он одел на себя плоть и кровь. Вехава мавет камону. И пережил смерть подобно нам. Аваль ницех аля мавет. Но он тот, кто победил смерть. Веаса дерех решен авурейну. И он открыл дверь, он проложил путь первый для всех нас. Ве-анахну црихим литфос ото им яд шела эмуна. И мы должны держать его рукой веры. Ой, эфшар лагид бацура ахерет, ламин бо. Или иначе можно сказать, что мы должны верить в него. Лагид шу адон вегоэль шели. Признавать его как господина и избавителя моего. Машиах ва Адонай. Мессия и Господь. Велалехет ахарав бен иманут. И следовать за ним верности. Веаз анахну яхад ито. И тогда вместе с ним. Нихнесим леота кавод. Мы входим в ту славу. Шеелухим ифтиях леколь миша камлет хия бе кавод. Которую обещал Бог каждому, кто воскреснет из мертвых во славе.
אני רוצה להתפלל. Я хочу молиться. מספיק מילים. Хватит слов. בוא נסגור את העיניים שלנו. Давайте прикроем наши глаза. אבינו שבשמיים. Отец наш, который в небесах. מוות וחיים. Жизнь и смерть. שני דברים שיום-יום אנחנו רואים את זה בחיינו. Две эти вещи, которые, с которыми каждый день мы сталкиваемся в нашей жизни. Пахад в тиква. Страх и надежда. Эмуна. Вера. Вейт мудедут. И противостояние. Авину шебешамаем. Отец наш, который в небесах. Анимит палель шата титен лану эзра. Я молюсь о том, чтобы ты дал нам помощь от Духа Святого. Чтобы мы могли обновиться в ожидании и в надежде. И утвердиться в обетовании, которое ты дал нам. תודה לך, אדון ישוע. Благодарим тебя, Господь Ишуа. Что פחדת למות עבורנו? Что ты не устрашился умереть за всех нас? וקם לתחייה, ניצחת את המוות. И победил смерть, воскреснув из мертвых. וגם בחרת בנו. И избрал нас. לתלמידיו, לתלמידיך. Своими учениками. אנחנו מתפללים. Мы молимся. שכוח שיקים אותך מהמוות, чтобы та сила, которая воскресила тебя из мертвых, יכולה להביא לכל עם ישראל התגלות עליך, могла принести откровение о тебе всему народу Израиля, וגם עד קץ העולם, и до края земли, כמו שגם אתה אמרת, так же, как ты сказал, תעשו תלמידים, делайте учеников, עד קץ העולם, до самого края земли. וגם אני מתפלל. Я молюсь также. גם על מה שכתוב בפסוק הזה. Тем, что написано в этом стихе. שאתה תיתן לנו סמכות בתפילה. Чтобы ты дал нам власть в молитве. ולראות גם ניסים ונפלאות. И также видеть чудеса и знамения. שאתה רוצה לעשות עם כוח העליון שלך. Которые ты хочешь сделать своей высшей силой. אני מתפלל. Я молюсь. שוב נחמה לכל מי שאיבד. Я молюсь о милости всякому, кто потерял родных. И я молюсь о том, чтобы ты крыльями своими обнял их. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин.